14 лауреатов удостоены спортивной премии губернатора Омской области «Доблесть» по итогам 2013 года. Тренеров, спортсменов, организаторов, педагогов 6 июня в торжественной обстановке поприветствовал глава региона Виктор Назаров. У нас сегодня каждый пятый мужчина занимается физкультурой. И я считаю, что вы, наверное, делаете тот вклад, который и позволил создать то, что сегодня мы имеем, а именно массовое занятие физкультурой и спортом. Лучшей спортсменкой Омской области за прошедший год комиссия признала гимнастку Ксению Дудкину. Номинацию «Сильные духом» взяла дзюдоистка спорта глухих Елизавета Трущенко. Заслуженную награду из рук губернатора получил мастер спорта международного класса по плаванию Григорий Тарасевич. Ожидать? Нет, наверное, не ожидал, но значит для меня очень много. Это значит, что спорт поддерживает в Омской области. То есть есть все условия, чтобы дальше прогрессировать и улучшать результат. Из ближайших планов могу сказать, что на Кубке России попробую отобраться на чемпионат Европы уже по-взрослым, то есть уже другой уровень, и там показать высокий результат и по ситуации. Отмечены также лучшие тренеры, учитель физкультуры, организаторы физкультурно-спортивного движения, лучший представитель СМИ. Приятно удивило в процессе награждения губернатора крепкое рукопожатие ветеранов спорта. Скажите, вы рукопожатие репетировали? Ни в коем случае. Дело в том, что мы люди очень сильные. Мы все-таки чемпионы мира среди ветеранов. Вот. Поэтому это уже так. К тому же Виктор Иванович, он же наш земляк. Поэтому приятно было встретить земляка такой ситуации. Дружные, оптимистичные, амбициозные Чернышовы признаны победителями в номинации «Спортивная семья». Эта награда, она стимулирует к дальнейшему совершенствованию, к дальнейшему занятию спортом, не останавливаться на достигнутом. Только вперед, только к победе.